Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вы не слишком уверены в себе. В это время лучше отказаться от безумных начинаний. Вторая часть дня подарит вам новый взгляд на вещи и сделает вас коммуникабельнее. Телец. Актуальны вопросы карьеры и расширения своих возможностей. Решайте задачи, связанные с повышением квалификации и получением образования. Близнецы. Важные события планируйте на вторую часть дня. В этот период суток вы вновь ощутите вкус к жизни, особенно к новым знаниям и контактам. Рак. В этот день вам не стоит спешить с важными начинаниями. Утром отсутствие энтузиазма или нехватка времени помешают вам активно взяться за новое начинание. Лев. Ограничьтесь рутинными вопросами и не претендуйте на управление обстоятельствами. Не исключены мелкие недоразумения в общении с друзьями, клиентурой и партнером по браку. Дева. Вашими отличительными чертами будут уравновешенность и самодостаточность. Вам понадобятся такие качества, как дружелюбие, коммуникабельность, готовность учиться или переучиваться. Весы. Вы можете страдать от недостатка времени, пессимизма или бытовых неурядиц. После обеда фортуна внезапно вспомнит о вас и подарит сразу несколько оригинальных шансов. Скорпион. Будьте готовы к тому, что собеседник не всегда разделяет ваше мнение. Вы можете потратить много энергии на спор или поиски информации. Вечером избегайте суеты и нервозности. Стрелец. Вам может поступить интересное предложение. Непредвиденный поворот в общении с другом или родственником будет для вас благоприятным. Козерог. Не стоит начинать этот день с повышенных нагрузок. Не ставьте себе невыполнимых задач. Считайте со своим самочувствием и привычками. Водолей. Используйте паузу в делах для наведения порядка. Диалог с оппонентом поможет вам еще раз обдумать его слова и осознать свою личную позицию. Рыбы. Возрастает ваша потребность в обмене новостями и в контакте с родственными душами. Вам везде будут рады, если вы оригинальны и коммуникабельны.